Тем временем подходит к концу первая летняя неделя, а значит, не стоит медлить с благоустроительными работами. И они, надо сказать, действительно идут во многих частях областной столицы. Так, на Смоленском, например, переулке начался ремонт тротуаров. Пешеходную зону тут вымостят тротуарной плиткой. В связи с ремонтом значительную часть магистральной улицы перекрыли. Ремонт начинается от остановки общественного транспорта «Колледж» имени Коняева, в связи с чем прекращено движение по одной из полос, ведущей в сторону остановки «Смоленский переулок». Тротуары перерыты. Пешеходам пройти здесь сейчас нельзя. Лучше заранее выбрать пути обхода. Автобусную остановку «Смоленский переулок» перенесли чуть вперед в сторону центра. На противоположной стороне улицы также расположилась дорожная техника. Асфальт разрыли рядом с остановкой «Смоленский переулок» в сторону микрорайона «Южный». Работы на «Смоленском переулке» проводятся в рамках единого контракта с ремонтом тротуаров на Волоколамском проспекте, где по нечетной стороне уже заканчивается укладка брусчатки.